с одной стороны, Путин видит импотенцию современных элит. У него в колоде не так много карт, тем более карт новых, которые можно вот выкладывать, так сказать, на игральный политический стол. И он понимает, что те вызовы времени, которые есть, современная элита не отвечает. Он заинтересован в том, чтобы элиту перетусовать. Я думаю, что нас в ближайшее время ждет большая перестановка, перетусовка современных элит. И такой большой точкой вот этой смены будет съезд Народного фронта, который произойдет в середине июня месяца по плану. Значит, и вот Народный фронт будет, как мне представляется, по замыслу Путина, таким кадровым резервом, из которого будет формироваться и политический, и экономический, и иной кадровый резерв для всей системы государства в стране, на всех уровнях власти. Скажите, пожалуйста, есть какие-то...